Я начал ходить в зал, как и все. До этого спортом не занимался. Никогда особо спортом не занималась. На работе приходится сидеть, взяла машину в кредит. Теперь сижу еще и за рулем. Ел чизбургеры, запивал газировкой. А потом просто надоело превращать организм в помойку. Пошел в спортзал. Пошла в спортзал. Решиться было сложнее всего. Тема новая. Ничего не понимаю в диетах и тренажерах. Так что просто взяла персонального тренера. Я тоже так когда-то начинал. Самое сложное – это начать. Самое сложное – это когда первое время не видишь результатов. Самое сложное – это постоянно ходить в начале. А потом однажды смотришь в зеркало и заводишь Инстаграм. Трудно. Тяжко. Хотелось все взять и бросить. Я просто спец по придумыванию отмазок для самого себя. Это тяжело. Очень устаешь. Это тяжело, но в этом весь смысл. В этом весь смысл.